Перед IT-кластером республики ставятся новые задачи. Подготовка и обучение кадров – одна из них. Сегодня специалисты в области цифровых технологий встретились со школьниками, победителями конкурса «Большая перемена». Ребята рассказали о проектах, отмеченных на всероссийском уровне. Самое масштабное состязание среди школьников привлекло талантливую молодежь со всей России. Участвовали в конкурсе и ребята из Чувашии. Сегодня они собрались за круглым столом, чтобы обсудить качество своих проектов, насколько они готовы к реализации. Проектная деятельность, как никакая другая, раскрывает творческий потенциал. Ведь нужно не только придумать интересную идею, но и разработать механизм ее реализации, понять, где она будет востребована. Александра Григорьева хочет создать единую платформу, которая станет гидом для будущих абитуриентов. В «Большой перемене» я участвовала по направлению «Расскажи о главном». И в процессе участия в конкурсе у меня развивался проект о профориентации. Сейчас я, уже не нужно думать о поступлении, и я столкнулась с тем, что очень сложно разобраться во всех сайтах вузов и решить, куда тебе идти. Они, мне кажется, немного устарели. Все таблицы, они громоздкие, и сложно в них разобраться. Также я разрабатывала идею разработки такой платформы, на которой будет и профориентационное тестирование, и также она поможет ориентироваться среди СУЗов и вузов Чувашии. То есть ты выбиваешь, грубо говоря, предметы, которые ты сдаешь, направление, в котором ты хотел бы обучаться. Идея очень понравилась председателю правления Ассоциации по развитию информационных технологий в республике Владимиру Лидерману. По его мнению, это поможет отчасти снять кадровый голод во многих отраслях промышленности. Если вот эта идея будет у нас реализована, по крайней мере, у нас, как у чувашских производителей, то есть у чувашских предприятий появится больше шансов получить вас, там, талантливую молодежь. То есть идея очень классная, масштабная, и ее нужно делать, мы ее будем делать, в том числе в рамках IT-кластера. Спасибо вам за, если хотите, давайте мы сделаем ее вместе. В рамках встречи для ребят была организована и экскурсия по IT-компании. Ульяна Пятакова, Александр Атиков, Республика.